ТТ «Столица» прошел второй чемпионат Беларуси по ММА. В 9 весовых категориях были отобраны участники в международных соревнованиях. Ни для кого не секрет, что белорусский ММА это уже давно является визитной карточкой на международной арене. Наши спортсмены выигрывали и чемпионаты мира, и чемпионаты Европы. Третье и пятое, то есть у нас были чемпионы, призеры. Это говорит о том, что все-таки школа белорусского ММА очень высокая. Проявление и не только вот мужской силы, но и характера. Я думаю, что любой бы девушке или женщине хотелось бы, чтобы ее мужчина был статный, умный и был так называемым победителем. С появлением этого спорта в моей жизни я стал более дисциплинирован, скажем так, более ответственен. Ты начинаешь смотреть на жизнь, скажем так, по-другому, понимаешь, что ты уже не просто, скажем так, спортсмен, у тебя уже руки как оружие, и нужно понимать, как бы думать головой в различных каких-то ситуациях, конфликтных, неконфликтных и так далее. Решить все мирно, тихо, словами, ну, без рукоприкладства. Приехали на соревнования посмотреть, бои в клетке, занимаемся боевым самбо. В нашем клубе занимаемся с трех лет, и вот самый старший у нас 42 года. Академия ММА приглашала на рождественский турнир, где мы так неплохо выступили с нашими бойцами. Вот они, кстати. Я занимаюсь самбо, мне нравится борьба. Я болею за синего, ну, потому что он сильнейший. Очень важно заниматься единоборствами, контактными, в общем, единоборствами, потому что формирует характер, чтобы в экстренных каких-то моментах в жизни могли принимать быстро правильное решение, быть сильными, защищать семью и не прогибаться под жизненными какими-то трудностями.